Добро пожаловать на видео по World of Tanks консоль. Буду играть я с Владом, своим другом. Всем привет. Поедем мы сегодня на тяжах и арте 8 левела. Ну, Ну и чё, не факт, что погнали? только на арте. Да, возможно, еще на чем-нибудь съездим. Да Там чтоб как мне с пойдет, десятками. походу. Я не хочу больно. Это да. О, Ну, в рыбацкая принципе, бухта, ну. карта хорошая. В город поедем. Ясен хуй, блядь, я что, думаю, что ли, на поле кататься? Особенно тяжето, когда есть город. Я не настолько тупой, чтобы кататься, блядь, на тяжелые поля. То есть ты не отрицаешь то, что ты тупой? Ну да, ну не совсем же, что прям пиздец. Ну, с девятками неплохо. Уже лучше, чем с десятками. Ну да, но это меня не напрягает самое то, что у них есть Type 4 Heavy. Ну у меня, если что, есть с собой подкалибр. А я вот что-то не взял, надо будет тоже зарядить. У меня 8 штук всегда с собой. Побивать. Я всегда с собой беру 8 голдовых снарядов. Не в рифму, но пойдет. Ну а чё, 8 голдовых снарядов, они всегда в рифму, ты чё? А кто скажет, что не в рифму, получит голдовым этим снарядом, да? Ебать, меня уже засветили. Ебать, меня засветили, в меня уже кто-то целился. Да я говорю, он там светляк какой-то. Чувствую, сейчас от арты прилетит. Да не дай бог. Да не сэ, она еще не перезарядилась. А, она еще не перезарядилась. А, нет. Перезарядилась у них лора. Блять, мы как одновременно заговорили. Слышь, мы так не договаривались. Сука! Кто мне уебал? Этот, блядь, светляк ебаный. Он охуел совсем. О, вот и от лоры. Так, ну нахуй, я, пожалуй, чё здесь батон-то уже делает? Блять, я боюсь выезжать. Очень не боюсь сэр. Выезжать. Если ты не выйдешь к ним, они выйдут к нам. Они уже, я смотрю. Ну, батон, по крайней мере, точно выехал. Ебать, они охуевшие. Что-то сразу слушай, наступление. Я буду не против, на самом деле, если ты мне поможешь. Типа, он мне пропихивает. Блять. Ничего так. Я на какую-то, блядь, 4 таких. Слышь, помоги мне, пожалуйста. Он меня ж реально уебет. Ну, спасибо. Блять, да ладно, гусь! Ёбаный гусь, пошел нахуй. Это хуёвый бой. Ну да, не очень. Я ему ебать у него ебать, хп он, нет. Он меня не пробил. Он меня не пробил, 2 хп, блять, у меня 2 хп. А у него 4. У него, между прочим, жизни больше, чем у тебя, в 2 раза нахуй было, прикинь. Насколько у него был больше шанс выжить, а выжил в итоге ты. Блять, еще 50-100, да вы охуели, что здесь за проходной двор-то? Он меня не пробил! Блять, у него барабан! Блять, точняк. 50-100 давай нахуй, ага. А чё ты, блять, меня даже не прикрыл, мудак, не выехал, у тебя фул хп. Думаешь? Объедок не надо. Тихо, я пошутил. А чё ты встань за этим, за трупом гуся и танкуй башней. Он тебя в башне прошибет. Я в этом не уверен, блять. Сейчас он голдовый зарядит, он меня куда хочет. Он тебя голдовым. Блять, да вы охуели, сука. Меня он за тот Т-49, блять, прошибил. Нахуй! Вот, объект. Ебать, он бесстрашный, слушай. То есть ему на меня вообще похуй? Его наш тот поджог. Кто это был? А, МТ-3. Ну ладно, похуй, так похуй. Чё у нас там выживал, конечно, просто писец. И ты, сука, мне так и не помог, мудак. Я тебе вначале помог. Бля. Ебать, он меня не пробил. Я же тебе говорю, тебя в башню никто не прошибет, даже десятки с голдовых. Единственное, только арта тебя может пробить. Так у него башню. Разве не фугас? Нет. У хэвика нет. А, да, так 4 хэви уже это хуйня, ебать. Вы обнаружены, ну справа. Да. Хуёво чё.
Да нет, справа-то похуй, мне вон там 4 хэвина принес. Ну, если он... Если как-нибудь башню свою только высунешь, то... Сука, я его в бок не пробил. Где мой голдовый? Сколько урон нанес за бой? 1800 пока. Ебать ты охуел, блядь. Ну-ну, мне, сука, не помог, блядь, еще и урон бы ты нанес. Я тебе вначале помог, хуй ты пиздишь. Да ты не мог выпить, закрыть меня, что ли? Насколько я им пробил? Вроде пробил, блядь. На гусле, сука. 400. Нахуй иди! Нахуй иди, ага! Чё ты, сука? Да, отошёл нахуй. Он тебя на таран, между прочим, возьмёт. Блядь! Его, по-моему, пробил, да? Да. Тебе минус 60, а ему похуй. Давай не надо. Сука. Ну еще минус 91, а ему похуй. Ух, блядь, слава яйца мало. Убился. А блядь, бой, снаряд. Конечно, говно. Бой. Да не, норм. Ебать, я умный, блядь, и голдовым убил, блядь, арту. Да ты просто охуевший пидорас, блядь. Ты меня сколько ни разу, вот сколько мы серии с тобой сделали, блядь, ты меня ни разу не засейвил, когда у меня оставалось мало хп. Я тебя вначале засейвил, тебя мог, блядь, это, пастон ёбнуть. Да, выехал, его добил. Хоть что-то ты полезное сделал. Ну вот, если не добил, он мог бы тебя добить. Видишь, какой я полез. Бесполезный, я бы сказал. Ты смотри, вот ты нашей команде скажи, что я бесполезный. Я, между прочим, 3к урона нанес. Можно мне его оставить еще немножко? В смысле не попал? Да идите нахуй. Идор. Как не попал? Ебать, тут на 49 выживал. Тигр попал. Ну поехали, базу захватывать. Кто меня обнаружил? Пошли нахуй. А, слышишь, у них есть что? Есть еще вафля 9-го. Хуёво чё. Но мы все равно, у нас превосходство, мы по-любому. Ладно, это точно. А, нет, это точно. Шучу. Я надеюсь, тебе вафляк ебёт. Ну да, я надеюсь, я выживу. О, ты в прицеле. Блять. Давай, давай, выйди еще куда-нибудь, пускай тебе вафляк ебёт. Я охуел. Мы так въебать можем. Паду. Да не, нормас. 3, 2, 1. Мы вин. Именно. Цель захвачена. Ну да. Он все равно был внизу. Жалко, что он тебя не въебал. Он до нас не успел доехать. Ну, 2900 урона, нормас. Неплохо, блядь, неплохо. Чё мне там так повезло? На меня сначала паттон, блядь, выехал. Потом, блядь, гусь. Потом еще и 50-100. Блядь, это пиздец какой-то. Да я сначала охуел, что ты, блядь, единственный решил туда, блядь, к ним прям поехать. Поехали, да я заметил, что я единственный туда, блядь, поехал. Особенно, ты когда решил на меня выехал, блядь, вот, паттон, а всем, блядь, было похуй. Тяжи бери, заебал. Я заметил, блядь, что я один туда поехал. На меня паттон, блядь, так выехал, и всем было вообще глубоко похуй. Ну ясен хуй. Никто не хочет пизды получать. Монтероз. Штурм. Я надеюсь, не у нас база будет. А, стоп, мы же на тяжах. Просто я помню, мы когда сюда попадали, постоянно были на арте. Ну вот видишь сейчас, какая могла быть ошибка, если мы взяли бы арту и попали бы сюда. Мы сразу просто вот предугадали то, что надо было брать тяжи. Ванга как бы. Да ты гений. Ну а чё, я в танках, вон в клане Ванга. О! Аллилуйя, мы в топе. Ебать, у нас одна шестерка даже есть. А у них две. Ура, мы наконец-то не лохи, которым закидывают постоянно два каких-то голимых танка.
Ну, зато у нас арта на 8-го, на 7-го, у них две восьмерки. А хотя похуй, мы же, блять, в эту в городе. Да, мы в городе. Так что поебать. 5 взводов. Ты опять меня, сука, не прикроешь. У тебя по-любому будет пул хп, потому что ты будешь сзади, у тебя скорость говно. Так ты не вылазь к ним, ты сразу. Не у одного меня скорость пойдет. Так нет, она далеко, блядь, вылез, что ли? Там прям за следующим домом наш, блядь, хуй вот тут стоял, только им было глубоко похуй. Во-во, за следующим, блядь. Я не сразу не стал поехать, блядь, потому что если бы я поехал, мне там пизды дали. Как минимум, да, Марта. Да, сколько раз я тебе сказал, что, блядь, на меня Паттон, блядь, выехал, и я с ним, наверное, минут 5 стоял, пиздился. Ну ладно, не 5, минуты полторы где-то. Ну, так я-то к тебе ехал в это время. Хочешь сказать, ты был настолько далеко? Ну, за этим домом как раз. Дом-то такой не маленький. А, конечно. Звёздно, то пиздоболок. Ну, можешь потом на серии посмотреть. Я пересмотрю. Если это будет, сука, не так, я тебе предъявлю, сука, счёт. Счёт? Нахуй, иди со своим счётом. Да ебись, тебя Карнарвана не пробил. Из, блядь, ну двинься, сука. Жирный встал такой, блядь. Прозрачный, блядь, думает, походу. Я ИСа третьего не пробил. Слышь, иди сюда. Здесь охуенно можно потанчить. Ебать, ты 25-2. Не потанчил, мне въебали. Ой, блядь. Т-29, иди нахуй. Стоп, а где все тали? А, не он та. О, я ИСу третьему гусеницу сбил, гасите его, пацаны. Я ему ёбну. О, заебись. Ладно, давай выйдем сюда и Карнарвана ебанем. Карнарван, в натуре Карнарван. Выйдем, я ползу. В натуре четко стоит. Ну ты, короче, дальше стой. Те, там кто-то в башню решил пиздануть, не особо получилось. Мне в жопу... А, меня Хеллкэт в жопу не пробивает. Где Хеллкэт у нас? О, Хеллкэт. Сука, он съебал. Ты налево посмотри. ФВ, ты охуел? Давай ФВ уебем. Там он не один. А, там... Ну ладно. Ты что, бессмертный? Ну вообще есть такое. Да даже я, блядь, сколько пережил, блядь. Че, после такого бессмертным деле... себя почувствовал себе бессмертным? Ну, на самом деле, да. На двух хп, блядь. Ебать, я сначала не заметил, что ИС, блядь, и Т-29 нам жопой стоят. ФВ, подожди, у меня перезарядка. А чё в ФВ-то бессмертный, блядь, такой? Тоже, что ли, такое пережил? Походу. На 470, блядь. Ебать, он лох. Он мне в башню, блядь, стреляет. Чё он мне столько раз стрельнул, ни разу не пробил? Бля! Я ИСа третьего не пробил. Ему куда-то не туда попал. А, во! ВК. Блядь, я ему в гуслю попал. Ну, пиздец, охуеть, ну, ладно, блядь, не встать. Третьему ебу, но потом я обязательно переключусь на ВК. ВК, жди меня. Во! Дождался. Чего? Я ВК, блядь, не пробил в бокс. Нихуя себе. Ты ему в башню пизданул. Нет, я не в башню, это не я был точно. Я ему в бок ебанул. Да и к тому же в башню я тоже его должен был пробить. Ну хуй знает, в башню у него вроде там дохуя брони. Ну, в бок башню. Минус ВК. Ничего, у них еще тут живут. У них еще. Бля, сука, не убил ПВшку. Ладно, тяж тоже не живой уже. О, Хеллкэт в натуре, который меня в жопу не пробил. Эй, дебил, у тебя сначала вообще кот хуй в башню стрелял. Ну, в башне у него точно не было шансов, но потом он все-таки в задницу пизданул, блядь. Смотри, встану на захват. Как думаешь, успею захватить, пока бой не кончится? Наверняка. Вот этот бой мне понравился. Меня, кстати, даже ни разу так и не пробили, кто в меня все стрелял. Меня только вначале кто-то один раз уебал, и все, по-моему, больше ни разу. 600 заблокировали.
Ебать, четко, 600 заблокировано и огневая поддержка 600. Ну да, 1500 нанесенного урона, 1100 огневой поддержки и 1000 заблокированного. 2590 нанесенного. Сколько там времени, подскажешь? Сейчас скажу. Слушай, есть небольшой трабл. Не подскажу. Не, знаешь, как подскажу? Сейчас подскажу. Дайте мне пару секунд. Значит, у нас еще есть время. Знаешь, как это я определил? Ну-ка. Ну тут просто можно же в журнале смотреть, когда... Ага, гениально. Я же что-то тебя перед началом спросил. Так я тогда-то засекал неудачные дубли, когда были. А что Торпин Тигра-то взял, а не Т-34? Не знаю, надо попробовать на нем прокатиться, давно на нем не ездил. Берлин. Берлин. Слушай, нам что-то с картами пока везет. Да, и надеюсь, сейчас нас опять в топ кинь. Потому что, насколько я помню, что на Альпин Тигре, если не в топ, то это плохо. Ну, а Альпин Тигр, еще... это же вроде есть третий, да? Чё типа того. А чё в нем не то? Ну, это ВЗ, который, как у 111, по-моему. Ну, короче, да, из спиджены. Они 110-ка просто. А, не, блин, на туре вазик. Ну да, ну в принципе нам почти повезло. 4 десятки. Заебись, у меня еще и это... Нету... Мне кажется, или у них... А, нет, казалось. Надо быть не угол. После этого боя, наверное. Так, ну чё, поехали помирать. Не ТТС конкурор, мне показалось сначала то, что это... Бабаха. Вот у Альпин Тигра есть один хотя бы плюс по сравнению с Т-34, он прет получше. На этом плюсы заканчиваются. Ну, в принципе, да. Ну и выглядит у него внешне попить. Блять, объект! Ладно, хоть он на меня не смотрит, вроде. Он ходу, а мы их уебал. Ну, без сводки попробовал, ебать, конечно, но чуть не попал. Ебать, твою там ХМХ нашему въебали. Он подлетел. Ну, это нормально. Можно проеду. Блять, гусеницу убил, сука. АМХ там быстрый держит. О, а вот ДС конкурор. Мы все по нему, по-моему, по одному разу безумно потом... Ой, блядь! Здрасте, нахуй. Бля, слышишь, давай не надо. Не пробил. Ну и все, и давайте на этом закончим. Блядь, здесь явно нужна голда, но у меня ее нету с собой. О. Блядь! Целился в нижний бронелист, в итоге попал в верхний. Слушай, там слева конкурор приехал. Сделай потише. Нихуа! Четко чувак выехал. А, да, я ему уебал и еще нашему въебал, и в итоге его башня отдельно от него. Красиво. Я туда больше пока не хожу. Не хожу выезжать. Объект, ты задрал. Ты меня, блядь, стопил, теперь вот давай вперед. Че у вас перетягивание танком? По-моему, у него мощнее танк. Давай этому это вперед немного. Вот, давай, 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 получи чуть-чуть пиздюлей. И потом поговорим. Ладно, убедили, я объект этот внешний бронелист не пробиваю. Заряжу, что ли, фугас? Хоть на сколько-нибудь пройду. 333. Пройду. Именно не пробью, а пройду. Заебись. Объект, давай, выйди, я на тебе фугас проверю. Заебись, я передумал. Лучше попробую ББшкой. Да, объект, ну сука, ну ты задрал.
Знаешь, насколько я объекта пробил фугасом? Ну. На 19. А я этот объект, короче, просто через гусеницу прошибал сейчас. Ебать ты охуел. Ну пробития, я смотрю, хватает. Чё ко мне сзади там пристроился? Ну там из седьмой, из-за дома сейчас там выезжал. Поздороваться хочу. Из-за леса, из-за гор вижу ИСа седьмого. Из-за дома вообще, где ты тут лес нашел? Блять! Фу, у меня в гусеницу попал. Это кто? Слышь, вы ИС седьмой. Как думаешь? Хуёво думаю, блять, по-моему, я его никуда не смогу там пробить. В башню пробил. Да? А, ебать, он лох стоит задом башни к нам. Ну, я, короче, за весь бой два пробития делал. Ладно, три. Только третий на 19 хп был. Это тот фугасов? А я, получается, на 2 урона сейчас херачит. Пролагал то ли сервак, то ли нет, я что-то не понял. У меня танк... Пару секунд на месте решил проехать. Побуксовал, так сказать. Бёрнаут на танке, как тебе такое? Ну, в принципе, нормас. Ну, я тоже... Я так каждый день из дома выезжаю на танке. С бёрнаутом. У тебя танков много во дворе стоит? Много помещается танков во двор? Ну, да. Один. То не точно. И вообще неправда, и то не мой. У соседа на пару дней взял. Да опять я ему гусеницу, сука, только сбил. Ебать, я СТ-1 на 700 въебал. Чего? В смысле? Я не понял как, но я... А, это не это... ты, скорее всего, это типа суммированный урон. Я вот и думаю, блять, это что за нахуй? Явно не мог это а если по делу, то я ему въебал на 385. Но там снайпер, видно, да, там нет? Видно-то было то, что на 300. Ой, на 300, на 700. Так что заебись хуйню, на самом деле. Ну, кстати, вот мне вот это вот очень нравится, вот эти бои. Очень красивые, зрелищные, достаточно. Да. Я красиво. В этот раз возьму то, что нас... 34-ку, брат. Учитывая то, что нас кидает, ну, сейчас кинул, по крайней мере, к десяткам. Правда, я там с одним объектом немножко что-то не поделил. Мы друг друга толкали. То я его сначала, то он меня. Нет, нормально. Вы в очереди на бой. Мне понравилось, как я этого объекта начал прошибать, такой, я думаю, блин, вообще писец его не пробью. Сначала в нижний бронелист его прошиб, а потом через гусеницу тупо шил. Но мне вот первые два боя понравились, на Альпентигре не очень, потому что у нее с пробитием не очень. О, еще одна хорошая карта. Карта охуенная. Не, реально, сейчас с картами прям все хорошо. Я вот не знаю, куда поехать, лучше вниз или вверх. Я думаю, лучше хуй знает, наверное, вниз. Да, я тоже так думаю. Вниз, прям вот, прям если совсем вниз. Если, конечно, прям совсем жестко в топ кинет, можно и по центру. Но нет. Не, вниз на G4 вот сюда. Да, я тоже. То я, в принципе, собирался. Ну, хотя бы не с десятками. И, кстати, ебать, ты вот сейчас заметил дискриминацию, сколько у нас девяток, а сколько у них? Красиво. По-моему, так немножко обделили. Девяток, блядь, не хватило им, сука, чтобы в нашу команду запихнуть. На две девятки у них больше. Ебать, паровозик. В натуре паровозик. Я толкаю тебя, G50 толкает меня. А, да, давай, а, блядь, все, наш паровозик разрушился, надо, чтобы ты еще АМХ толкал. Прикиньте, а команда вот так будет ехать паровозиком. Враги засветят, кто-нибудь светляк, они же охуевен.
Охуеют от счастья, арта. И все, прикинь, дружно на этого светляка повернут дуло. Вот светляк явно не... Охуеет. Да, охуеет. На арта охуеет от счастья. Как пизданет. Куда не ебанет, попадет по-любому. Ну хотя, знаешь, на нашей вот, допустим, арте 8 уровня можно хуйнуть и все равно не попасть. Даже, блядь, по паровозику. Да. Просто снаряд, блядь, в пизду улетит и все. О, Фаттон! Ебать, я вовремя выехал. Называется, словил снаряд. Решил заблочить, так сказать. Я ему ебал? Еще один вовремя. Нет, ты по моей башне въебал. Заебись, блядь. Ты решил все снаряды, блядь, с собой собрать? Ой, блядь! Готово стрелять. Тыр-тыр. Давай договоримся. Тыр-тыр? Какой? Тыр-тыр. Блядь. Девятка тыр-тыр. Ой, блядь, иди нахуй. Я ему гусеницу, короче, на гусеницу его поставил, выезжай, еби. А, я не уверен, что я его пробил. И зря, не зря я был не уверен. Чё, не пробил? Нет. А чё там? Может быть, я так хуёво, конечно, в него попал, но хуй знает. О, стреляй в верхний лючок, заебись, прошибается. Нет. То ли из-за сводки не попал, то ли не пробил. О, и Сэм! Слушай, а у тебя хп. Ай, блядь. Да сколько? Отпустите меня с гусеницы, пидорас. Вот-вот, а, они заебали. Фактор. Там сзади, походу, который тяж стоит, он, блядь, на гусу ставит, а передний тыр-тыр этот, он хуярит. Блядь, тыр-тыр, нахуй, да? Да, там Яхпантер еще хуярит. Не попал, ну и хорошо, что он по мне, блядь, не попал. Вот. О, и мы, вот, блядь, давай, пиздуй. Хуй стоишь, блядь. Слышь? Либо отсюда, либо отсюда хуярит Яхпантер. Я там по тигру П могу попасть. Не попал. Я думаю, сейчас, блядь, вот этот последний бой и на этом закончим. Ну, я думаю, да. Мне вот тыр-тыр этот напрягает. Тыр-тыр, подожди еще немного, сейчас я голду зарежу. И тогда поговорим. А то без голды он меня что-то вообще напрягает. О, блядь, разговор наш тыр-тыр. Давай, блядь. О, получился пизды. Наш. Ну и похуй, зато он фуловый. Уеби, Сэм. Я тыр-тыр уебал. О, о, а вот от Яхпантера прилетело. Блядь, нашему пизды, да? А вон и Яхпантер. Ну, кстати, ебать, я был прям в Англии нахер оттуда, прям ебашил Яхпантер. Блять! Ебать его. А ты с голды хуяришь, нахуя ты ему жучки-то эти выцеливаешь? Да просто. Ебать, нас синхронно убили. Ебать, у нас четкая картина, смотри, мы такие стоим и дуло к дулу. Так, все, выходим. Я в лючки почему целил, потому что мне даже с голдой я был не уверен, так как. Я когда ему в корпус целил, у меня все равно горело типа оранжевым, как и без голды. Я его, походу, и туда мог не пробить. Ну поэтому что, хуй всем знает. Спасибо за просмотр, всем пока. Пока-пока.